Историко-православная акция посвящена 800-летию с рождения Александра Невского. В ее рамках музейно-выставочный центр представил экспозицию. На ней можно увидеть и орден Александра Невского. Он был учрежден еще Петром I. В ходе истории его неоднократно восстанавливали и награждают до сих пор. В год Великой Отечественной войны это полководческий орден. В 1942 году, когда шли бои за Сталинград, у нас было учреждено 3 ордена полководческих. Орден Суворова, Кутузова и Александра Невского, которым награждались офицеры, командующие воинским подразделением за особые личные заслуги. Мы подготовили с нашими сотрудниками небольшую видеолекцию, посвященную историческим событиям 1240-42 годов. У нас небольшая видеоэкскурсия по этим событиям, освещающая данную тему, и представление нашей экспозиции, а также наших научных пособий. С видео можно ознакомиться на медиаплатформах и страницах в социальных сетях Краеведческого музея. Кроме того, все желающие могут узнать о князе лично, посетив музейно-выставочный центр. В условиях пандемии посещение проходит индивидуально и обязательно со средствами индивидуальной защиты.